Так, всем привет, собственно, на моем каналчике приветствую тех, кто зашел посмотреть. Вот, наткнулся на игрушку в стиме Metal Hellsinger, или как там правильно будет, но я читаю так, как читаю. В общем, хочу затестить эту демочку на данный момент. Вот. Давайте посмотрим, чё кого. Тут музон. Музон, конечно, хороший. Настройка. Настройки у нас автоматом должны стоять. Зверское убийство на Е. Взять паузу. Вот, термин. Взять термин? Ну да. По графике всё. Ну, стандартное среднее качество, как обычно. Ну да ладно. Маленько убавлю. Так. Титры, размер шрифта и все прочее. Это все есть, это хорошо. Так, ну что, запустим демочку. Так. Примерно вот так, чтобы было. Можно. Нет, поярче сделал маленько. Так, калибровка звука и изображения. Ну давай тоже сделаем что. Сразу посмотрим, как калибровочка будет. Так. Продолжить. Да, повторим. Ого. Какая, давай еще раз. Нормально. Тыкал коряво просто. Блять. Что за бред? Иди в жопу нахуй. Ты вроде правильно тыкаешь, а хуй толку. Мне уже это не нравится, типа, блядь, я не справился с калибровкой. Чё за рофл? Так. Ну, типа, то, что я посмотрел на видосиках там, это надо играть в такт музыки, чтобы там какие-то плюсики даются за это, типа от хила, еще то что-то такого вот. Ну, музон, короче, здесь прям еще четкий.
Что за ритуал, блядь? Графончик, конечно, ну, у меня будет маленько покоцанный. Как злой демон, блядь. На кого прыгнул, мразь? На, сука, получай. Это такое, чего, блядь? Валим, Есть какая-нибудь правая кнопка? Как я выполню 3-4, если... типа зв... А, вот как хилится. О. Нормальный такой музончик. Ну, это, конечно, не мое. Типа попадать в такт. Но она прям в такт, или он. Кем я там играю? Судя по озвучке, это мужик. Я иду под музычку. Давай, врубай. Врубай очень жестко. Давай. Опа, все двери заблокировались так. Пам-пам. Чего? Фазу также можно использовать, чтобы поддерживать уровень ярости, пока поблизости нет демонов. В верхней части экрана. Это вот это, я так понимаю. Шкала ярости. А, надо ярость 16 набрать. А, чем больше ярости, потом круче музон. А, понял. Ничего, никого нету. Чтобы снова взять клинок, вы нажмите на 2. Ок.
Слушай, ну забавно. Прям по кайфу. Нормально так и движ. Информацию из обучения можно найти в разделе «Справка» меню «Пауза». Ок. По кайфу. Вообще по кайфу. Мощная. Прыжок в бездну. Вау. Все, типа. Повысить уровень ярости. Подстраивайте свои действия под ритм музыки. Непопадание в такт понижает уровень ярости. Ну, это понятно. Второй бонус серии попаданий помогает быстрее заряжать суператаки. Отправиться в ад. Прямиком в ад нахуй. Ой. Нормально, музончик такой начинается, блядь. Прям по кайфу вообще. Дробовик расходует боеприпасы. Для перезарядки нажмите R. Ок. Сука. Нормальный такой замес, блять, мне нравится, но еще бы я в музыку попадал, было бы вообще шикарно. Так, активируйте суператаку, нажать правую кнопку мыши, когда желтая шкала суператаки подсветится. А, ок.
Надо подхилиться. Прям нормально, блядь, нормальный музон. Ну, чё ешка-то не жмётся? Куда идти? Четко, блядь, мне нравится, нахуй. Ох ты, в минус, в яму укатился. Прям нормас вообще, нахуй. Так. Блядь, застрял. Так, где дробовик? Ешку, дай, блядь, нажать. Сейчас сдохну, блядь. Сука, сдох. Пиздец, хуйня была сейчас. А, воскрешайте меня, нахуй. А, тут кристаллики были.
Так, этому по рукам надо попадать. Так. Нормально, нормально. Ну, маленько, когда напрягает игра, типа, ну, напряженные моменты, ты прям вообще музыку перестаешь слышать. Прям, блядь, кочевый музон, прям огонь вообще. Еще бы слова были. Ну, типа, ну надо настрелять, чтобы слова были. Прям нормально вообще такой. Ну, ритмом у меня маленько плохо. Так, что тут дальше, куда идти? Множитель. Так, отсюда я пришел. Дальше идем. Ух ты, откуда? Да, блядь, ешка, нажмись. Ух ты! Блять. Так, вроде больше никого нет. А, есть еще. Серия попаданий увеличивается, когда вы наносите удары по врагам. Так, ну, ок, понятно.
Блять. Фина. Прям, блядь, хорошо, конечно. Я потом пожалею, что я сломал вот кристалл, конечно, надо, блядь. Бам, 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 бам. Че тут дальше будет за движение? Прям просто вообще на одном дыхании играю. Это прям по кайфу. Ну, кайфовая игра, сука. Теперь я, блядь, хочу полную версию. Надо посмотреть, кстати, когда она выходит, я забыл уже. Опа. Вот тут, кстати, слова звучат без 16. Где еще один? А, тут еще Ешку надо в ритм нажимать. Вот почему я не мог попасть. Ой. А, меня прямо к боссу кинуло. Вообще отлично. Я прям на нее запрыгнул.
Мне осталось ее добить чуть-чуть. А, сука, получай. Обличие судьи повержено. Просто разъебал. Щепки. Ну, да, типа, попадание в так 128 тысяч, 64%. Ну, вот, примерно вот такой у меня слух получается. Зверские убийства 26. А, ну, 128 тысяч очков получается. Полученный урон минус 105 тысяч, да, логично. И 3 ляма, почти 4 миллиона получается, а чей заработал? 18 минут, бонус скорости. Самое длинное, 19 комбо получается. А вот убийство в такт 118. Ну, в принципе, неплохо. Рогатый? Что? Это, блядь, такое? Я на каком тут месте? 113. 113 606. Забавно. Ну, в принципе, вот как бы все. Приобрести игру можно ниже. Магазин. Ага. А, вот. Дата релиза 15 сентября. Вернее, дата выхода. 15 сентября. Бля, кайф. Я прям хочу в нее поиграть полностью. Короче, когда она выйдет, я прям обещаю, что я сделаю по ней видос. Я куплю ее, сука. Если есть предзаказ, я могу оформить его потом. Позже. Ну, а игра вообще в кайф, я считаю. Это вообще просто... Ну, слов просто нет вообще. Ну вот, типа, а статистика чё? А, ну вот, типа, личный рекорд 64% попаданий в такт. А все игры, ну вот, всех игр нет. Послушайте, какой музон. Просто кайф, нахуй. Ну, на этом, я считаю, можно закончить, как бы. Поэтому, блядь, я прям буду ждать этот релиз. Кайфовая игруха, просто кайф вообще, лютая, что еще могу сказать, просто лютейшая. Вот, ну, если ты посмотрел, если тебе игра понравилась, ставь Луцк, Луцки это хорошо. Вот, но игра достойна просто уважения, потому что, ну, таких, ну, типа, в моем случае, вот такая игра первая. Поэтому, как бы, да, ждем релизика. Ну все, всего доброго, до новых видосиков, покедова.